Добрый день, дорогие зрители! Вы на канале «Прогулки с Натальей». Сегодня мы пришли в супермаркет «Рост» покупать новогодние игрушки. А почему именно сюда? Дело в том, что здесь продают очень красивые, необычные, нестандартные, потрясающие новогодние украшения. Поднимаемся наверх, на второй этаж. Именно здесь находится отдел игрушек. Нас встречают вот такие елочки. Заснеженные, яркие, с огоньками. Здесь тоже полно елочек на разный вкус. С разными иголками. Все очень пушистые, яркие, нарядные. Ну просто новогодние красавицы. Вот такой выбор елочек. И наша украинская эмблема. Флаг, зроблену в Украине. Снеговичок. Елочка со снегом. Большие, маленькие. Ну что, а мы идем в отдел игрушек смотреть на игрушки. Вот тигра встречает нас вот такими тигрятами. Давайте их внимательно рассмотрим. Здесь игрушки на любой вкус. Вот такие прозрачные снежные шишечки. Шары. Вот такие медвежата. Белые, красивые. С шарфиком. Вот такой есть. А есть на лыжах. Снеговички. Это девочки, которые танцуют. Дед Мороз. Лебеди, уточки. Вот такой белоснежный ежик. Опять шишечки. Замерзшие. Сапожки. Часы. Это все елочные украшения. Стеклянные игрушки, звезды, капельки. Пожелания здоровья и веселых праздников. Первый раз вижу такие красивые новогодние игрушки. Они очень оригинальные и, наверное, это ручная работа. Белоснежные домики. Очень мягкие и нежные и приятные на ощупь. Конфеты, которые тоже интересно вешать на елку. И вот такие большие шары. Они как снежки. Мягкие-мягкие. Приятные-приятные. И очень красиво украшены блесточками. Дождик на любой вкус, любого цвета. Пушистый не очень. Но он весь пушистый. Красивый, яркий. Еще есть вот такие игрушечки. Это елочка. Опять же, снеговичок. Снежинки. Мягкие игрушки. Опять же, снеговички.
И вот такие очень пушистые-пушистые игрушечки новогодние. Кажется, что как будто бы снеговички и медвежата – это главные герои новогодних праздников. Они изображены везде. А это, вероятно, современная снегурочка с крылышками. Олени. Волшебники. Опять снегурочка. И, конечно же, снежинки. Как же без них? Ну, какая новогодняя елка без снежинок? А наверху стоят и наблюдают за всем процессом Санта-Клаусы, Деды Морозы и Снегурочки. Вот такие гости с севера приехали к нам в Харьков. Снеговички. Олени. И опять же снеговики, уже в который раз. Но это просто звезды новогодней шоу-программы. А еще можно приобрести вот такие маленькие елочки. Искусственные. Ими можно пользоваться много лет. А дальше переходим в отдел, где продаются стеклянные шары. Это игрушки моего детства. Это макушки для елки, сосульки. Сейчас очень модно украшать елку только одним цветом, допустим, красным или синим, и очень красиво смотрится. А вот такие игрушки в виде елочки были в моем детстве. Мы с сестрой с большим удовольствием украшали ими елку. Колокольчики. А вот новогодняя ночь. Темный шар, белый рисунок, олень, снег, елочка. Ну что, друзья, на этом месте будем заканчивать нашу предновогоднюю прогулку. Если вам было интересно, то ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал «Прогулки с Натальей».